Загробный мир совсем близко. Если мы войдем, вернуться будет непросто. Ты как, готов? Хорошо, значит, можно идти. А кого бы ты хотел встретить в загробном мире? Я бы хотел найти своего деда. Мы бы с ним пошли охотиться на Каппу. Я бы нашел маму с папой. То есть твои родители? Прости, сколько здесь скверны. Если Эд не ошибся, масло призраков надо искать где-то здесь. Они и тут тоже. Никто не говорил, что будет легко. Придется играть по их правилам. Надеюсь, это ненадолго.
Похоже, отдавать масло нам никто не собирается. Отлично. Пора возвращаться в наш... Вот кому сейчас. Скверна опять расползлась. Теперь понятно, почему оттуда никто не возвращается. Я думал, мы не выберемся. Загробный мир редко отпускает тех, кому не повезло в него попасть. Так вы с сестрой жили одни, без родителей? Ну да. Вот как. Получается, кроме тебя ей не на кого надеяться. Угу. Thank you.
настоящий охотник на духов. Вроде ты можешь получить новый навык. Но можешь и подождать с этим, если хочешь. Приятно, когда тебя поддерживают. Ой, что это? Пригодится. Одухотворенный? В смысле? Слышишь голос моего ангела-хранителя? Очень одухотворенно, да? Не уверен, что это именно ангел-хранитель. Короче, меня зовут Асарадзан Урани. У меня канал про оккультизм. Вы 100% про меня слышали? Не слышали. Вас правда родители назвали горой ужаса? Не важно. Важно, что у меня есть просьба. В общем, мне хотелось немного одухотворить свою квартиру. Ну и я немного перестаралась. Вы могли бы что-нибудь с этим сделать? Перестарались? Не очень понимаю, о чем вы, но мне все это не нравится. У меня тоже дурное предчувствие. Помогите мне, и я уйду с огромными. По рукам? Ладно. Мы попробуем разобраться, что случилось. Come on.
Странно. Талисман перевернут. Интересно, что это? Я прямо чувствую, что там происходит что-то нехорошее. Чего она пыталась добиться? Может, устраивала ароматерапию? Зачем ей такая большая плетеная кукла? Наверное, для аду... В жизни не видел такой здоровенной плетеной куклы. Ее хоть сейчас спокойно в поле ставь. Отличное пугало выйдет. Используй призрачные двери. Я думал, требует, чтобы раковины держали в чистоте. Если ты не заметил, проблемы здесь не только с чистотой. Похоже, она вела свои трансляции отсюда. Ты главное скажи, в вашем поколении все такие? Я... Впервые вижу одухотворенную кладовку. Это место притягивает чокнутых призраков. Она сама делала кукол для проклятий? Скорее всего, ей казалось, что они для магии, а не для проклятий. Ну да, она же... Я хранитель этого священного шкафа для одежды. Без меня он превратится в рассадник моли. И что нам с ним делать? Это обычный призрак. Изгони его. Ладно, смотри и учись. Если ты так любишь свечи, вали лучше на кладбище. Господи, он с ней обнимается! Такое чувство, что за нами наблюдает с балкона. Там кто-то есть? Так и быть, покажу, как надо. Кажется, больше тут никого нет. Сразу видно, что призраки тоже считали эту квартиру одухотворенной. Как важно все-таки выбирать хороших соседей. Мы закончили. Теперь в вашей квартире никого нет. О, спасибо!
Я уже не знала, что с этим кошмаром делать. Мне интересно, как ты вообще дошла до такой жизни? Я не говорю. Хотела сделать дом более удовлетворенным. Ну да. Только ничего хорошего из этого не вышло. Неважно. Главное, что мы решили проблему. Ты собираешься на тот свет или как? Да, конечно. Спасибо. До встречи. До встречи? Она что, хочет вернуться? Даже если так, в этом мире ей не будут рады. Хорошо, что ты заметил. Я решил не говорить, чтобы лишний раз тебя не расстраивать. Чужак идет к другому кубу. Ладно, буду иметь в виду. Дерешься. Скажи-ка, почему Ринка думала, что ты знаешь про автовыставку? Без понятия. Теперь настоящий охотник на духов. Я понял.
Мой сын обожал эту модель. Думаю, ее турбинное колесо нам подойдет. Мы собрали все, что нужно. Можно вернуться в убежище и починить мотоцикл. Равно как и заблудшие души умершие. Или нет? Мне кажется, это первый раз, когда ты заговорил о своей семье. Да и не о чем тут говорить. Я бы потом послушал. И сам бы рассказал про своих. Ага, когда-нибудь. Кто вам поможет, кроме меня? Я ничего не хочу для себя. Я стараюсь только ради вас. О, заблудшие, придите же ко мне! Насчет Эрики? Ага. У нас было еще одно место встречи для экстренной ситуации. Даже если не вышло встретиться с Эдом, может, она решила спрятаться там? Ясно. Мы проверим. Спасибо. Вам нужно на крышу 429-го. Спасти человечество! Кто вам поможет, кроме меня? Я ничего не хочу для себя. Я стараюсь только ради...
Спасти всех сложно, но я попробую. Что это? А вот и она. Она спрыгнула? Нет, куда-то направилась. Не спускай с нее глаз. След ее души ведет на крышу больницы. Неудивительно, что она решила сюда прийти. В этой больнице лежала ее мать.
диктофон. Эд тоже здесь был. Видимо, их привлекла энергия Эйки. Получай! Это был последний. Не забудь забрать диктофон. Опять не узнали ничего полезного. Придется расстроить Ринка. Ринко, здесь Эрики тоже нет. Мне очень жаль, но это наш последний шанс выбраться из Сибуи. Мы с Дейлом продолжим исследование. То есть будем идти по плану. Вы с Эрикой всегда были как сестры или даже как мать и дочь. Я не умею общаться с людьми. Поэтому мне трудно понять, почему вы стали так дружны. Видимо, прав был Кей-Кей, говоря, что ты слишком ее опекала. Настолько, что буквально запрещал ей быть собой. Видишь, почему мне сложно с людьми? Гораздо проще и спокойнее проводить время с приборами. Я не разбираюсь в том, что чувствуют люди. Независимо от того, дружны мы или нет. Легкое это дело помогать другим. Очень хорошие новости, да? Похоже, их встреча с Эдом не состоялась. Я так и думала. Не исключено, что она сразу пошла к своему отцу. Она всегда считала себя виноватой в том, что с ним стало. Это проявлялось буквально во всем. Я знала, что это плохо кончится. Поэтому я не хотела, чтобы она сражалась. То есть не исключено, что она и правда решила поговорить с отцом. Только я не уверен, что причина была именно в этом. В каком смысле? Никто из нас не знал точно, что с ней происходило. Постарайся вспомнить, куда еще она могла пойти. Я тоже волнуюсь за нее, если что. Хорошо. Я позвоню.
А ведь в таком парке было бы приятно посидеть вечерком. Хочешь сказать, ты часто сидел в парках в свободное время? Свободное время? Что это такое? Связывать миры, поэтому через эти врата можно попасть на тот свет.